Доход – это термин, который имеет чрезвычайно широкое применение, так как само понятие используется в самых различных значениях. Одно из наиболее употребимых – получение денежных средств или материальной ценности в результате деятельности. В налоговом законодательстве Беларуси отдельный блок отведен тем категориям доходов, при получении которых у физического лица возникает обязанность по предоставлению декларации. Наиболее распространенными доходами, при получении которых возникает обязанность представления налоговой декларации расчета по подоходному налогу с физических лиц, относятся доходы, полученные за границей или из-за границы, доходы, полученные от реализации либо обмена в течение календарного года одного автомобиля, общая масса которого превышает 3500 кг и число сидячих мест которого помимо водителя превышает 8, либо двух других механических транспортных средств в течение одного года. Также доходы, полученные от продажи, мены либо ренты в течение 5 лет двух и более объектов недвижимого имущества одного вида. Также подлежат указанию в налоговой декларации расчета доходы, полученные в результате дарения от физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями, в размере превышающем 7521 белорусский рубль. Если же одна из вышеперечисленных категорий относится к вам, значит необходимо поторопиться в налоговые органы по месту жительства, подать необходимые документы. Последний день – 31 марта 2022 года. Декларация может быть заполнена от руки в письменном виде, либо направлена через электронный кабинет плательщика. Однако есть здесь и свои исключения. Исключение составляют доходы, полученные от физических лиц, состоящих между собой в отношениях близкого родства, свойства, опекунства, подопечного и попечителя. Все возникающие по этой теме вопросы можно задать специалистам налоговых органов по месту жительства. Здесь функционирует профильный консультационный отдел, специалисты которого готовы разъяснить любые нюансы налогового законодательства Беларуси.